Сеньор Линарес, вам звонит сеньор Ордонес. Магари, скажи, что меня нет. Скажи, что меня нет. Сказать, что вас нет? Да, скажи, что я ушел. А куда ушли? Не знаю, ну... Ушел на свои похороны. Скажи, что хочешь, что меня больше нет. Меня здесь больше нет. Куда ехать, сеньорита? Куда? На край света. На край света? С удовольствием. Я прихожу сюда всегда, когда на душе пусто. Ведь во мне пустота. Ты не знаешь меня, Габи, ничего обо мне не знаешь. Я ведь мертв. Мертв. Вот как этот парк. Без детей. Без души. Здесь ничего нет. Ни криков, ни радости, ни слез. Здесь тишина и пустота. Пустота. Посмотри. Посмотри вокруг. Что ты видишь? Произведение искусства, Аурелио. Только произведение искусства. Что же еще? Да. Это произведение искусства. Но помимо художественной ценности, в них есть нечто большее. Они несут на себе печать Творца, Создателя, так сказать,
того, кто вдохнул в них жизнь. Именно это дает художнику власть. Власть, понимаешь? А какое отношение это имеет к нам, Аурелио? Мы имеем ту же власть, что и художники. Я прикасаюсь к материалу и превращаю его в произведение искусства. У меня есть власть. Я открыл тебя, твои способности. Я сформировал твою личность. Отшлифовал ее. Правда? Ты научил меня видеть в людях то, что заметил во мне. Ты научил меня смотреть на людей, как на произведение искусства. Поэтому я и считаю, Аурелио, что этот парень нам подходит. Я знаю, что делаю. Да. Я вижу, ты знаешь, что делаешь. Только это не значит, что у тебя все хорошо получается. Сейчас ты уже можешь отличить импрессиониста от экспрессиониста. Миро от Пикассо. Дали от Босха. Но тебе все еще не хватает опыта, чтобы отличить оригинал от копии. А вот это, как тебе известно, очень хорошо умею делать я. Я не давал повода к недоверию, Аурелио. Нет, нет. Речь не о тебе. Дело в том, что мы не можем позволить себе роскошь совершать ошибки. Тебе я доверяю, но ты должен научиться руководить. Тебя от этого парня отличает власть. Бэби, когда-нибудь ты будешь таким, как я. Поэтому ты не имеешь права даже на малейшую ошибку. Не имеешь? А сейчас иди. Мне надо работать.